Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Ну, конечно, нужно укреплять границу. И наверняка, если кто-то из вас там работает, видите, что этот процесс идет. Идет достаточно быстро. И эта задача тоже будет решена. Укрепление границ. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, остается. И здесь несколько способов решения. Во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов, так называемых, не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я это говорю очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Ну, это отдельный вопрос. Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе. Ну, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться. Ну, а в целом там не в Белгородской области, нигде там никого нет. Там и пограничники сейчас работают, и вооруженные силы. Так что, безусловно, ничего хорошего в этом нет. Но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести будет себя таким образом. И можно было бы, наверное, лучше подготовиться, согласен. Но проблема будет решена. Или так, как я сказал. Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму. Значит, создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует. Прежде всего, конечно, иностранного производства. Сегодня практически весь день был посвящен анализу и разработке дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей Горворонского округа. Округа, который подвергается сейчас жесточайшим обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Был сегодня в населенных пунктах Горворонского округа вместе с Геннадием Ивановичем Бондаревым. Проехали, встретились с жителями, посмотрели, как отрабатывает самооборона, встретились с представителями правоохранительных органов, встретились с жителями, посмотрели, какие меры на месте необходимо нам принять. Только что завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняты? С сегодняшнего дня уже заработала по номеру 122 горячая линия. И вы, дорогие друзья, жители Горворонского округа, можете задать любой интересующий вас вопрос. Максимально быстро в течение рабочего дня будет ответ вам предоставлен. Контролировать качество ответов буду лично я. Я думаю, что вы уже все знаете, что мы продолжили практику отправки наших детей в другие регионы. Мы этим занимаемся уже больше 2 лет. Я очень благодарен губернаторам, нашим друзьям, которые максимально быстро откликаются на такие просьбы. Уже 22 числа, 22 марта, 1200 детей отправятся в Пензу, Тамбов и в Калугу. Сегодня в списках у нас из 4 муниципальных образований, а мы сейчас говорим о тех муниципальных образованиях, которые в первую очередь беспокойны, это Горворонский округ, Шебекинский округ, Белгородский район и город Белгород. Заявка 9000 человек. Мы сейчас занимаемся и, безусловно, все заявки мы удовлетворим. Я лично убедился в том, что на сегодняшний день под обстрелами остается большое количество жителей в населенных пунктах, которые подвергаются обстрелам. Это, конечно, недопустимо. Понимаю, что убеждение стороны органов местного управления до сих пор результата не принесло, и жители принимают такое решение. Но убедившись сам лично, когда, например, когда несколько дней назад был в Казинке, вначале люди говорили, нет, мы останемся, начинается усиление обстрелов, говорят, вывезите нас, а уже физически оказать помощь по вывозу
практически оказать невозможно, не подвергая жизни других людей. Поэтому задача органов местного самоуправления – увеличить количество подомовых обходов по тем домам, квартирам, где остаются жители. И убедить по возможности переехать в те населенные пункты, в которых расположены их родственники, дальние, близкие, если они готовы принять. Если нет, мы готовы разместить у себя в пунктах временного размещения. В нашей области, так и в других регионах. Сегодня именно у нас уехало несколько десятков человек в Воронежскую область по приглашению губернатора Воронежской области Александра Гусева. И я очень благодарен за отзывчивость и быстроту принятия решений. Мы готовы решить все вопросы, которые и в любом количестве, которые нам поставят перед нами по переезду, временному переезду в другие регионы до того момента, когда будет безопасно, любое количество, которое будет необходимо. Поэтому, дорогие друзья, убедительно прошу вас прислушаться к нашим доводам, пойти навстречу и на время покинуть свои дома. Безусловно, будем обеспечивать безопасность, сохранность имущества, которое вы оставляете. Этот вопрос остается за органами местного управления и органами государственной власти субъекта. Понимаю и вижу много вопросов в отношении того, что безопасно или небезопасно находиться сейчас в некоторых муниципальных образованиях. И принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с завтрашнего дня на территории Казинки, Горопадола, Глотова, Грайворона, новостройки 1, новостройки 2, безыменно будет ограничен въезд. Что это значит? Это значит, будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, Министерства обороны и администрации, которые будет определен порядок посещения своих жилых домов. Ну, например, нужно покормить коров, которых там есть достаточно много хозяйств, которые и за коровами нужно ухаживать. И мы будем обеспечивать безопасный проход в то время, когда не будет обстрелов, до места расположения дома и в обратном порядке проводить ту работу, которую мы проводили, например, когда было временное отселение из Шебекинского городского округа. За эту работу будет отвечать Евгений Васильевич Воробьев, начальник управления общественной безопасности правительства Белгородской области, и Геннадий Иванович Бондарев, глава Граворонского округа. Порядок въезда будет определяться ими. Еще раз напомню, что с завтрашнего дня эти ограничения вступят в свои силы. Те жители, которые не внемлят вот нашим уговорам, безусловно, у нас нет права заставлять насильно, мы не будем этого делать, мы будем методично, как это было и в Журавлевке, Нехотеевке, в Середе, в Шебекино, убеждать принять правильное решение.